Вас вітає Політека. Андрій Олександрін, епідеміолог, кандидат медичних наук та керівник національної експертної групи з інфекційного контролю з нами на зв'язку. Пане Андрію, мої вітання. Добрий день. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, що наразі відбувається в українських лікарнях, тому що кожного дня ми отримуємо таку от суперечливу інформацію. Одні стверджують, що вони забиті вщент, інші кажуть, що можна знайти ліжко. А от насправді, що відбувається в медичних закладах? Ну, на самом деле, так как у нас страна очень большая достаточно, да, то нельзя сказать, как всех под одну гребенку. Конечно же, есть населенные пункты, особенно это крупные города, там, где плотность населения достаточно высокая, соответственно, там заболеваемость высокая, то лечебные учреждения загружены. А есть населенные пункты, там, где все-таки уровень заболеваемости не такой высокий, поэтому лечебные учреждения не загружены. Это объясняется, в том числе моя приверженность тому, что лучше бы государство акцентировало внимание на адаптивном карантине, который подразумевал введение ограничительных мероприятий на конкретной территории, где уровень заболеваемости, занятость коечного фонда превышает определенные значения. Таким образом, мы бы не входили в полные локдауны по всей территории Украины. Я считаю это бессмысленным. Пане Андрію, а все ж таки, от як ви оцінюєте карантин вихідного дня? Тому що той же міністр охорони здоров'я Максим Степанов одного разу казав про те, що він спрацював, в інший день він казав, що не дав очікуваного ефекту. А от на вашу думку, навіщо він був потрібен? Спрацював він, не спрацював? Карантин вихідного дня не підтримую. К сожалению, це моя точка зрения, що в тому числі на міністра здравоохранения, наверное, не могу обсудить, но, наверное, оказывается определенное давление политическое, поэтому он, наверное, вынужден так говорить. Да. А все-таки я придерживаюсь тому, что к его первым заявлениям о том, что он себя не оправдал, но после того, как наш премьер-министр уже об этом сказал, понимаете, то, наверное, министр здравоохранения уже не может говорить по-другому. И в этом заключается, наверное, определенная патовая ситуация. Ну, а ситуация непосредственно в лечебных учреждениях, да, вы меня еще спрашивали. Так. Ситуация в лечебных учреждениях, ну, опять же говорю, она по-разному. К сожалению, могу прокомментировать так, что у нас следующий, как COVID-19 нам показал огромную проблему с нехваткой медицинского персонала, а также COVID-19 нам показал, что если депутаты, если кабинет министров не повысит значительно и не будет мотивировать значительно медицинский персонал, если они не пересмотрят и не будут создавать лучшие условия для медицинского персонала, для пациентов, чтобы медики могли оказывать им квалифицированную современную медицинскую помощь, мы скоро потеряем вообще даже оставшихся медики, и все уйдут в другую страну. И даже то, что у нас там министр бьется на сегодняшний день, за это ему огромное спасибо. Это первый министр, наверное, за всю историю, который целенаправленно акцентирует на одном и том же, на значительное повышение заработных плат. Вот я вам хочу сказать, если это не произойдет с 1 января 2021 года, мы потеряем большое количество медиков в нашей стране. У меня даже за последние 3 месяца из близкого моего окружения 7 семей полностью уехали в Европу на работу. И никто не жалуется, и все довольны. Пане Андрію, от мені цікаво дізнатися, якою була ваша емоція, реакція, коли ви дізналися, що частина коштів з коронавірусного фонду пішла на будівництво доріг. Можете згадати цей момент, от коли ви вперше про це дізналися, почули, побачили? Смотрите, я, можно, я начну с другой эмоции, просто вот я ее до сих пор, к сожалению, забыть не могу, она, знаете, как за мной гоняется. Да? Я в студенческие годы работал палатной медсестрой в хирургическом отделении и сталкивался тогда с большим количеством смертей. И мне это очень сложно, как бы я это переживал, каждую смерть своего пациента. И как раз во время студенчества я решил, что посвящу свою жизнь не лечению пациентов, да, а профилактическим мероприятиям и организации инфекционной безопасности. И это как раз меня исключает от того, чтобы я видел массовые вот эти вот гибели. То недавно на визите, это было буквально, не знаю, там 3 недели назад или 2 недели назад, на визите
в одной из лечебных учреждений мы, работая в реанимации, отрабатывали мероприятия инфекционного контроля, к сожалению, стали свидетелем того, как одна из пациенток умирали от того, что, к сожалению, не было достаточно всем кислорода и меняли кислород, но она просто, скажем так, вот, задохнулась. Да? И я наблюдал за поведением медика в этот момент. Кто-то переживал, кто-то суетился, кто-то это нормально воспринимает. Но я когда вот это все увидел, картинку, выходя из реанимации, я себе задал один вопрос. Вот какую нужно было иметь мне лично мотивацию для того, чтобы я работал в таких условиях, когда у меня нет возможности оказать медицинскую помощь пациенту. Я вам хочу сказать, ни за какие бы деньги лично я бы не работал бы в этой реанимации. Я считаю, что медики, которые работают на сегодняшний день в таких условиях, ну, они не то что герои. Но мне сложно это объяснить, потому что, наверное, наше общество не понимает, какие психоэмоциональные риски, какую устойчивость нужно иметь, чтобы каждый день брать ответственность за жизнь другого человека и переносить потом, и идти с этими эмоциями, да, вот когда ты теряешь пациентов, идти к своей семье, общаться со своими близкими, там, с детьми, с родителями. Да, вот, это на сегодняшний день невозможно. А потом, когда я вижу, что наши чиновники повышают себе до сумасшедших просто какого-то уровня заработной платы, постоянно возникают какие-то коррупционные скандалы, что деньги, которые выделены на действительно, он так и называется, ковидный фонд, нужно было массово как бы там влиять или перенастраивать лечебные учреждения, там, минимизировать распространение инфекции. Они просто выливаются, ну, дороги это важно, я не спорю, это очень важно. Я очень много езжу, и в этом я вижу, что там значительно дороги улучшились, но не с ковидного фонда, понимаете, не с ковидного. Я считаю это преступлением. Я считаю это неадекватность нашего правительства. Это лично их каждого ответственность. Я их как специалист, как эпидемиолог, как врач в этом однозначно презираю. Я надеюсь, что для того, чтобы общество получило адекватный какой-то ответ, в свое время этому должна быть дать юридическая оценка, и эти люди должны понести ответственность за то, что они сделали. Так, це дійсно дуже важко, і подекуди ми стикаємося із тотальною несправедливістю. Скажіть, будь ласка, от запитую вас як у профільного фахівця, що має робити людина, щоб максимально себе, своїх близьких убезпечити від коронавірусу? Які дії треба вживати першочергово? Это, знаете, как на сьогоднішній день, даже от в нашій компанії, у нас небольшой колектив, я считаю, очень профессиональный. У нас такое идет, на сегодняшний день заболеть может каждый, а вот остаться неинфицированным, не заболевшим, это вот очень сложно. И, конечно же, для нас есть личный вызов, конечно, от ковида, конечно же, зарекаться нельзя, но, например, на своем личном примере я делаю, считаю, все для того, чтобы минимизировать свое личное инфицирование. Соответственно, я минимально нахожусь в общественных местах, там, где есть большое скопление людей. Я пытаюсь держать физическую дистанцию. Я одеваю всегда маски или там, где есть действительно высокий риск инфицирования, я пользуюсь уже профессиональными респираторами, профессиональными средствами индивидуальной защиты. Я себе могу позволить не пользоваться общественным транспортом вообще. То есть я за все это время, начиная с февраля месяца, последний раз я летал в другую страну, это в феврале месяце, кстати, вот мы ездили в Германию, в Нидерланды и в Бельгию, изучали вопрос, как готовы были лечебные учреждения уже к COVID-19, и мы смотрели просто на этот опыт, да, и для меня это было, конечно, великолепный опыт, практика. И я потом до сих пор удивляюсь, что мы за это время даже близко не подошли, даже близко не подошли. Вот, так я просто езжу своим личным транспортом, я не хожу, не пользуюсь общественным транспортом, я даже не пользуюсь такси, вообще не пользуюсь. Вот, поэтому я просто создал лично для себя условия, при которых мне комфортно,
там, моей семье комфортно. Вот, и мы пытаемся все-таки вот минимизировать. Хотя риска у нас действительно очень много. Очень много, потому что мы работаем зачастую в лечебных учреждениях, как раз ковидных лечебных учреждений. Но здесь мы, ну, при работе с ковидными учреждениями мы тоже пытаемся лишний раз не заходить в те помещения, где концентрация того же инфекционного аэрозоля очень высокая. Ну що ж, пане Андрію, я побажаю вам здоров'я і всім нам міцного, приміцного здоров'я, тому що це дійсно дуже важливо, особливо в наш такий непростий буремний час. Андрій Олександрін спеціально для Політека. Дякую, бережіть себе. Спасибо.